добрый день. Сейчас вам покажу куртки женские. Первый сорт Швейцария. Так, такая курточка. Такой капюшончик у нее идет. Так, размерчик примерно XL. Немножко утеплена с антифоном. Такая интересная курточка. Размер у нее L. С таким вот воротником меховым. Немного утеплена. Такая курточка, она идет длинная в пол. Так, размер примерно XL, утеплена. Так, здесь имеется порез. Так, такая легкая курточка, она немножечко утеплена с антифоном, размер L. Курточка имеется небольшие загрязнения. Утеплена с антифоном. Размер примерно XL. Капюшончик отстегивается. Вот такая куртка. Идет с ремнем. Так. Размер L-ка на пупку. Такая курточка укороченная на синтепоне. Размер примерно МКЛ-ка. Состояние хорошее. Такая курточка длинная. На пуху. Такой интересный мех на капюшоне. Размер примерно L-ка. Курточка укороченная, такие вот воротником, размер M на синтепоне. Такая курточка, она идет внутри, вот такая меховая, размер 38. Куртка имеется загрязнение на синтепоне 40-42, капюшон не отстегивается. Как курточка немного удлиненная, капюшончик отстегивается, имеется загрязнение. Так, она на пупу. Размер примерно L-ка. Курточка. Так, она немножко утеплена, все равно тоненькая такая, размер 40. Такая удлиненная. Так, размер примерно XL. Немножко утеплена. Так, такая курточка. Так, размер примерно 2XL, немножко она утеплена. Такая курточка. Удлиненная, размер примерно XL, 2XL на синтепоне. Курточка, так, размерчик 50, так, она на синтепоне. Такая курточка, так, размер примерно XL, 2XL, немножечко утеплена, в целом тоненькая. Курточка, так, она на пуху, размер 42. Такая куртка, так, размер 48, внутри имеются порезы на синтепоне. Такая курточка немножко удлиненная, размер L на синтепоне.
А куртка имеется небольшие загрязнения, капюшончик спрятан, размер 40 на синтепоне. Такой жилет, он идет тоненький, неутеплённый, спирит, размер 40. Так, вот такая курточка на синтепоне, бенетон, размер примерно S. Спасибо за внимание.